Продолжаем эфир. В студии информационного канала Севастополя директор департамента Балаклавского района города Севастополя Сергей Седых. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что выбрали время и пришли к нам в студию. Сергей Алексеевич, в мае в районе прошел целый ряд знаковых мероприятий. Давайте вспомним основные из них, как долго готовились и как все прошло. Ну, действительно, готовились долго, и действительно, май месяц был очень насыщенным у нас по мероприятиям. Они начинались 1 мая. 1 мая было решение губернатора о том, что Балаклавский район будет проводить день весны у себя в районе, в Балаклаве. Это было очень интересное событие. Мы приурочили к этому событию открытие доски почета. Я скажу вам честно, я такой доски почета еще не видел. Это замечательная фотография, замечательная. Фото ветеранов, они там выглядят совершенно по-другому, жизнерадостные, счастливые. Это, ну, большое искусство, которое было проделано и фотографом. И в самом мероприятии были, конечно, свои изюминки. Было и вручение наград, которые в соответствии с указом президента мы вручали. Было и вручение памятных знаков, там многое другое. Но самое большое, наверное, то, что, наверное, всем присутствующим запомнилось, это когда в конце мероприятия по техническим причинам был отключен свет во всей Балаклаве, и вся площадь запела гимн города Севастополя. Особый настрой. Да, это особый настрой, особое вот состояние души. Действительно, вот площадное исполнение гимна – это все-таки очень серьезное такое событие. Затем, естественно, 9 мая. 9 мая у нас особое у всех отношение. Юбилей Великой Победы. Юбилей Великой Победы. И то, что каждый год ветераны Нахимовского и Балаклавского районов, они приезжают на Сапунгору. Это наше традиционное место встречи с ветеранами. И там возложение цветов. Было очень много людей. Очень много людей, причем очень много людей было не только севастопольцев, но и те, которые приехали посмотреть и поучаствовать в этом мероприятии. Я хочу сказать, что за последнее время к нам приходит очень много писем в департамент. Пишут со всех уголков России. Пишут те, чьи деды, отцы погибли здесь, в Севастополе. Они просят найти их, где похоронены их родственники. Мы проводим в этом плане большую работу. Я хочу сказать, что при подготовке к 9 мая практически все наши памятники, мемориальные захоронения в районе были приведены в надлежащий вид. Ну и потом последовал День детства. 19 мая, да, Балаклава всегда его празднует особенно. Балаклава всегда ждет этого праздника. И в этом году я рад, что мы не подкачали. Я думаю, что всем балаклавцам и присутствующим, и приехавшим из города посмотреть, потому что после завершения дневных мероприятий в городе мы начинали вечерний блок. Это было интересно. Были задействованы практически все учреждения, балаклавские школы, задействован дом детства юношеского, детского юношеского творчества Балаклавы, дворец культуры Балаклавы. Нам оказала большую помощь и поддержку Главное управление культуры в проведении этого мероприятия. И, конечно, то, что российскими сетями вещания и оповещения был установлен экран, и в том числе мы задействовали и сотрудников вашего канала, им большое спасибо отдельное, потому что, наверное, не будь этого экрана, все-таки вот не было бы того ощущения сопричастности каждого человека на площади к тому, что происходит в центре площади 1 мая. В центре площади 1 мая выпускники этого года танцевали вальс, все наши школы участвовали. Красивый получился танец. И кроме этого, трансляция нашего праздника шла на площадь Нахимова и на площадь 50-летия СССР. Этого тоже, наверное, никогда не было, потому что и не было такой техники, не было возможностей. Но сейчас уже она есть, и, естественно, и пионерский костер завершал все это мероприятие. Ну и праздничный салют. Праздник удался. Праздник удался. Я думаю, что
Балаклавцы довольны. Я хотел бы сказать спасибо всем, кто его готовил и приложил очень много усилий. Это и те, кого я уже перечислял, и, конечно, это работники департамента Балаклавского района. Была проведена большая работа. Да. На данный момент в районе ведется активная работа по подготовке к курортному сезону. Какой будет Балаклава в этот высокий сезон? Ну, я думаю, что, в принципе, саму Балаклаву мы еще, конечно, не на все 100% готовили, но мы уже проделали большую работу по подготовке именно к курортному сезону. У нас есть ряд проблемных вопросов, они еще не до конца разрешены, но, тем не менее, общие черты сезона уже есть. И если вот к вопросам нерешенным я бы отнес сейчас вопрос по использованию маломерных судов, вот, то мы достигли всех необходимых договоренностей с морским портом. У нас будут ходить два катера. Будут они ходить на пляж Золотой. К 1 июня, вот, ну, по крайней мере, такой срок на совещание, которое проводил замгубернатора Денис Валерьевич Добряков, он поставил перед морским портом, чтобы был подготовлен причал и были подготовлены плавсредства. Стоимостная политика будет различной. Там есть цена взрослого билета, она будет доходить до 100 рублей, а детского 50. Это сейчас то, на что может выйти экономика предприятия. Ну а дальше по ходу сезона, по наполняемости мы ждем, что все у нас пройдет хорошо. У нас есть еще вопросы по другим пляжам Балаклавы, но буквально вчера мы встречались с руководством Морстроя, известного в Севастополе предприятия. Мы попросили их провести нам оценку стоимости работ по созданию причального фронта на этих пляжах, поскольку по требованиям российского законодательства подход судов к необорудованному побережью запрещен. Поэтому мы сейчас разрабатываем схему, каким образом нам выполнить требования законодательства и обеспечить нормальный курортный сезон. Что касается подготовки самой Балаклавы, в частности набережной, потому что все туристы, так или иначе, они... Да, визитные карточки две сейчас у Балаклавы. Основных это набережная и это музей фортификационных сооружений. Я думаю, что набережную мы, вне всякого сомнения, будем вычищать. И также, в общем-то, и руководство музея настроено на то, чтобы и обеспечить прибытие туристов, их нормальное экскурсионное обслуживание и все остальное. Неделю назад прошло совещание, его проводил директор департамента городского хозяйства Олег Викторович Козурин. Мы не отходим от идеи создания перехватывающих так называемых парковок перед въездом в Балаклаву. Там даны поручения соответствующим управлениям на проработку этого вопроса с тем, чтобы мы, я понимаю, что к 1 июля мы их не сделаем, но проблема эта есть, ее нужно решать. Это решение транспортной проблемы и загруженности центральной части Балаклавы автомобильным транспортом. Поэтому тут есть над чем еще нам все вместе поработать. Каковы основные задачи департамента на 2015 год? На что будут направлены усилия? Как взаимодействуете? Ну, вы знаете, департамент в том виде, в котором он сейчас существует, он создан 17 марта. И сейчас мы, вот, я не хочу сказать, что мы начали только налаживать. Это совершенно будет неправильно, какое-то взаимодействие с департаментами. Но вот поиск именно форм взаимодействия и каким образом будет оно происходить, он сейчас, вот эти первые месяцы он начался. Я хочу сказать, что мы уже наладили, в принципе, очень тесные контакты с нашим департаментом городского хозяйства. Вот вчера и сегодня было два объезда по району.
Причем мы не просто там объезд по району, берется конкретный муниципалитет, а их в Балаклаве 4, приглашается глава муниципального образования, руководитель департамента района, руководитель департамента городского хозяйства, и мы ездим по тем болевым точкам, которые есть, и ищем пути, каким образом и в кратчайшие сроки нам необходимо, что необходимо сделать для того, чтобы эту ситуацию, которая вот есть в той или иной точке, ее в кратчайшие сроки разрешить. Меня радует то, что, во-первых, по результатам вот такого объезда даются конкретные поручения. То есть это не просто вот приехали, посмотрели, охали, ахали. Нет, даются конкретные поручения конкретным должностным лицам. И через неделю, я думаю, мы уже будем видеть какие-то решения, какие-то действия. План действий будет, будет уже вырабатываться. Ну а предварительные оценки каковы? Ну, предварительные оценки таковы, что не может быть ситуации, при которой департаменты районов не участвуют в жизни города. Так же, как и не может быть департамента района, в которой город не участвует. Это, мы являемся неотъемлемой частью города. Другое дело, что должностные лица в департаментах профильных, они отвечают в целом за район, а мы отвечаем за ситуацию в своем конкретном административном районе. Отвечаем перед губернатором, отвечаем перед людьми, которые там живут. И то, что вот налаживается это взаимодействие, это в первую очередь плюс, который дает нам надежду на то, что мы выполним те указания, которые мы получили от губернатора. У нас была с ним достаточно длительная беседа перед переформированием. Он поставил перед нами конкретные задачи. И, в общем-то, я не могу сказать, что кто-то из, допустим, заместителей губернатора или директоров департаментов ставит под сомнение необходимость такого сотрудничества. Есть различные точки зрения, да, это есть. Есть то, что, и это ни у кого не отнять, что каждый директор районного департамента будет стараться сделать как можно больше, в первую очередь, для своего района. И вот этот баланс найти интересов между общегородскими интересами и возможностями бюджета и желанием каждого руководителя на своем месте сделать жизнь в своем, не в своем районе, да, а в районе, которым ты руководишь, лучше, это, я думаю, это нормальное явление, и в этом вопросе понимание у всех есть. Это то, что меня сейчас радует, чего очень долго не было. Ну, наверное, нужен был какой-то период становления, нужно было, знаете, в любой работе есть две составляющие. Это осознание и понимание. Это осознание своей ответственности перед теми, для кого ты работаешь, в первую очередь перед жителями, и понимание тех целей и задач, которые ставят перед тобой руководитель. И все тогда наладится. Успехов в работе. Спасибо, что выбрали время и пришли к нам в студию. Оставайтесь с нами, впереди много интересных тем.